Спарринг – неотъемлемая часть тренировки. Только так можно отработать движение и изучить тактику противника. Новый спортивный зал построили специально для занятий дзюдо и самбо. Анатолий Шевченко продолжил тренировки почти сразу после переезда. Говорят, борьба на чемпионате Европы была тяжелой. Все противники показали свои сильные стороны. Ну, это чемпионат Европы, естественно, это не первенство водокачки, так скажем. Туда отобраться было сложно изначально. Нужно было пройти в ряд других соревнований. Ну и третье место, конечно, не первое, но, в принципе, неплохой результат. Это большие соревнования, чемпионат Европы. Показал себя он очень хорошо, чуть-чуть не хватило. Но это все домашняя работа, да, доработаем. Впереди множество стартов еще. Кубки мира, чемпионат мира будет уже в следующем году. Думаю, все получится. Ежедневно, кроме воскресенья, у спортсменов две тренировки по 2 часа. Сейчас состав команды неполный. Кто-то уехал на сборы, другие только вернулись с соревнований. Но это, говорят тренеры, не повод расслабляться. У воспитанников 4-й спортивной школы график очень плотный. У нас в Анапе очень одаренные ребята. Солнце, море, все это только идет на пользу. Очень много способных, хороших ребят, которые могут достичь очень многого. Сейчас Анатолий готовится к международному турниру по дзюдо, который пройдет в Казахстане. Осенью ожидается Кубок мира в Узбекистане после чемпионата России. А от самого Анатолия Шевченко тренеры ждут новых побед.